принципе, ее можно убрать. Аккумулятор здесь живой, чуть-чуть не хватает напряжения. Так запускается с него. Резина потрескана, желательно под замену. Тормозной диск по выработке минимальная, процентов 15, остаток колодок процентов 30-35. Гофры еще мягенькие, хорошие. Левый поворотник, лампочка под правый поворотник сзади, лампочка под замену. Грипсы все целенькие, более-менее. Одна правая чуть надорвана. Пульты все читаемо. Два ключа. Пробег 7700. Аварийка отдельно включается. Даже лампочка нету. Стоп, все работает. Задняя резина также потрескана. Передвигаться можно без проблем. Задний тормозной диск, выработка супер минимальная, прям даже буртика нет. Колодки, остаток тоже процентов 30 есть. Амортизатор. Сейчас с той стороны посмотрим. Цепь 4 из 5. Амортизатор штук. На штоке есть уже коррозия, отбойник развалился. В целом неплохой мод за свои деньги.